Как ваше впечатление после выступления, несмотря на критику судей, что вообще, как вы считаете, вы справились с задачей поставленной? Давай, говори. Мы поставили себе задачу, чтобы выйти на сцену и просто кайфануть. Мы кайфанули по полной, мы оторвались, и пусть там были какие-то недочеты, какие-то ошибки, это пофиг. Главное, что мы сохранили настроение до самого конца, не поникли и просто получили огромное удовольствие от проделанной работы. Мы прислушались к комментариям, в следующем эфире все исправим. Конечно. Ну, то есть вы согласны с критикой, да? На самом деле все было так, как сказали судьи. Не, ну... Мы... Все было хорошо. Я вам скажу кратко, все было хорошо. Мы принимаем критику судей всегда и прислушиваемся к комментариям, чтобы поднимать свой уровень. Но зал все сказал сам. Залу очень понравилось и нам тоже. Будет на чем работать, это здорово, это круто. Хорошо, вы надеетесь пройти следующий тур? Мы пройдем следующий тур. Мы же надеемся, мы пройдем. Хорошо, ребят, спасибо, удачи вам. Я думаю, что в следующем эфире пообщаемся еще. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Пока.